хорошие мои любимые. Терри Мукаллит. Слушайте. Ну, ноябрь, он добьет нас всех. Встал, занавески для растений отодвинул. Через полчаса я их уже задвигаю. Темно. Свет включаю, я не знаю, ну, 2 в 3. Ну, до чего? Был бы снег, был бы немножко хотя бы светлее, да, за счет белого снега, как это снежинки так. А так дождь, черно, темно. Тут у нас даже маркиз какой-то, маркиз приуныл, знаете, весь такой вялый ходит. А я так смотрю, уже даже маркиз приуныл. Маркиз, ну давай не раскисай, у нас на тебя вся надежда. Ты же у нас такой активный. Ой, сейчас захрапишь, да? Ну, а с другой стороны, если такая темень ранняя, то что? Дома можно создать всякую эту вот инсталляцию, да? Уже свечки с запахом где-то понараставлять. Вот. Видите, на меня как ноябрь действует, я уже даже заговариваюсь. У нас тоже здесь с вами свечечки есть, которые пахнут. Но для того, чтобы чего-то красиво расставлять, сначала надо доделать одно. Кухня-то у нас с вами не доделана. Так что хандрить некогда. Сегодня мы будем мыть с вами кафель, или как он там, камень, кафель, фартук, как его по-разному называют, ну, вокруг вот кухни, вокруг плиты. Ну что, ты пришел, да, пришел, бедный. Ходит как собачка сзади. Ты в туалет, он в туалет, извините за подробности. Ты в ванну, он в ванну. И везде-то ты сзади ходишь, ты хороший, мой дорогой. Я уже забыла про что. А, надо что-то убирать. Да-да-да. Что-то такое, что-то такое было неинтересное. Ну вот. И самое, знаете, что у меня жуткое еще на кухне осталось? Это вытяжка. Какая она вся такая аж пушистая от грязи. Бррр. Сейчас мы с вами ее быстренько отмоем. Но потом надо еще плафон помыть. Стулья у меня какие-то такие. Спинка. Дверь. Ну, в общем, да. Ну, а потом что-нибудь все-таки для красоты мы с вами сделаем. Постелим уже скатерку такую рождественскую, уже какую-нибудь свечку пахнущую да поставим. Что-нибудь да сделаем уже. Надо же как-то себя взбадривать и настроение себе поднимать. Ну что, голубчик, пойдем на кухню смотреть? Домыть все надо. Пойдем. На. Давайте посмотрим. Я, кстати, знаете, что еще вынула? Еще уже. Я вынула вот эти копченые кости. Помните, я их покупала, да? Копченые кости. Типа для горохового супа, но они такие помяснее будут. Вот. Сегодня я их на ночь замочу. И завтра мы будем с вами тушить брюкву с морковкой. Так, это чуть позже. Маркером написала, что это соус к мясу. Убираю эти баночки в холодильник наши, да? Вчера, кто смотрел, со мной делали соус к мясу. Ты помнишь лучше всех про соус к мясу, да, Маркиз? А? Нет, я сейчас ничего не собираюсь такого готовить, мой хороший, нет. Так, это отправляется в холодильник. Да, мой зайчик, да. Да, мы баночки, видишь, баночки, мы убираем в холодильник. Да. Ну вот, теперь нам осталось с вами вымыть вот этот весь камень. Это не кафель, это камень у меня здесь с картинками. Жирный, мне кажется, тоже. Ну, надо сейчас все это промыть. И самое страшное, это вытяжка. Я обещала самой себе, что я не буду больше покупать ничего, пока не доем, не допью все старое. И вот у меня кончился мой кофе Тамбет. Я в шкафу, у меня есть 2 больших пакета бобов кофе. Да. Якобс. Не знаю, пахнет он при открытой пачке соломой, но что делать, сегодня я его пила. И не буду я ничего брать, пока это все не освободится и не буду захолмощать. Все.
Пока слово данное даденное себе я держу. Так, и давайте-ка эти кости сразу замочим и оставим, и пусть они у нас сутки стоят. Начнем с них. Их я хорошенько-хорошенько мою, и не холодной водой, а прям горячей, а вот залью холодную, чтобы она оттуда все ушло, что нам с вами не надо, и в частности соль, они такие же соленые. Ой, так запахло копченостями. Чувствую я, кто-то у меня здесь нос свой. Нос уже чей-то чувствую. Это ты, что ли? Ты, что ли, да? За костями? За мясом? Так, вот наши кости. Сейчас мы их зальем холодной водой. Нет, чашка оказалась маленькой. Маркиз, мне щекотно, понимаешь? Чашка оказалась маленькой. Взяла я кастрюлю. Маркиз, щекотно. Вот так. И здесь сейчас с вами зальем холодной водой. Пусть она отмыкает. Воду буду сливать. Сейчас это отставим и начнем с вами намывать здесь. Надо же эту кухню-то закончить нам. Полы намыть, в конце концов, и все. Одно расхламление у нас с вами практически закончено. Но только одно. Так, готово, пусть стоят. Ну, а ты что? Будешь ждать, да? Как собачонка сзади ходит и следит, кто что делает. У-у-у. Как бы чего не вышло, да, Маркиз? Все, освобождаю здесь с поверхности, чтобы ничего не осталось. Будем сейчас с вами все это намывать здесь. Но я сейчас как просто сделаю? Я, во-первых, побрызжу этим раствором. Пусть он пока все растворяет здесь, нужное и ненужное. Да и все. Средств у нас с вами здесь предостаточно, но мне самое нравится, конечно, вот это вот. Я всю кухню им отмыла и дальше продолжаю. Ну и, наверное, сиф возьмем. Сифом тоже что-нибудь допотрем. Так, сначала я, наверное, намочу всю эту поверхность и сбрызну тогда. Вот единственное, что я не знаю, как почистить розетки. Вот там всякий жир такой внутри. А туда я боюсь залезать. Вот что делать с этим? Не знаете, не скажете мне? Внутри розеток. Такой, как жир. Я как-то... Мне страшно туда лезть. Так. Вот и теперь... Вот, и, кстати, вот этот потолок шкафов или дно, да, тоже надо чистить, потому что туда тоже часто попадает жир. Так, а вот, а теперь мы с вами, пока это все замачивается, будем вытяжку чистить. Вот это отдельная песня на вытяжке. Не чистила я ее давно, признаюсь. Она аж мохнатая. Боже мой, господи. Так, ну второй вроде как ничего. Он такой у меня здесь с защелками. А вот этот вот так вот надо отщелкнуть. И сюда же его. Попробую, конечно, этим же средством. Но вообще есть специальные лайфхаки для... чистки, вытяжки. И в прошлый раз, когда я делала именно это. Большой бак у меня был. Я кипятила соду, не помню, с чем-то там. И вот опускала, и было действительно как... Блестела она. Но сегодня попробуем этим средством. Получится или нет, я не знаю. Если не получится, тогда прибегнем к тому же лайфхаку. Вот вторую часть я сняла, но вторая по-божески еще. Вот это совсем дурная. Так, ну давайте попробуем с ними разобраться.
Потому что дело не только в чистоте, а дело в том, что она просто не выполняет той роли, которую должна. Вот здесь это кончается. Это уже плохо. Так, мы здесь, конечно, тоже будем все мыть. Так, все это сейчас позамачивается немного. Подождем. А здесь уже вон стекать начало. Что-то коричневое, грязь. Ой, боже. Ты все ходишь, все бродишь, думаешь, что здесь что-то дадут, да? А вот здесь у меня плафон тоже. Его тоже надо сбрызнуть, пусть вот макает пока. Вот у меня висел здесь боярышник на невидимой леске такой, как волосок. И виноград. Ну, так, для юмору. Ну вот, и тогда я их просто так вот водички, но, может быть, перри капельку бы туда. Так, теперь давайте попробуем стены наши. Начнем драить. Но здесь еще куда не шло. Но вот самая жуть, мне кажется, там вот над плитой, знаете. И вот эти все картины маслом тоже. Здесь, наверное, надо даже щетку взять. А эти вытяжки, они больше никак не разбираются вот с обратной стороны, не знаете? Может, их тоже как-то можно, вот эту кассету отсюда нет, да? Ой, сейчас как переломаю тут все. Ну, вроде она уже начинает здесь отходить, насколько я вижу. Слушайте, средство поистине волшебное. Угу. Ну, очень хорошо, пусть еще постоит. Так, ладно. Тут у нас каменный такой вот здесь натюрморт. Одиночные вот такие фрукты, овощи, полезные всякие. И две картины. Помню, когда-то сама это придумывала. И расположение это вот здесь, где что будет. Ой, как хорошо, когда все чисто. Как неохота начинать. О-о-о. Я сегодня долго думала. Закутаться в плед и взять кружку какао в руки, или все-таки создать чего-то, подвигаться и разогнать лень. Ну вот у меня вроде как получилось разогнать. Движение есть жизнь, как говорится. Как подвигаешься, так уже и жить охота. А как это еще все почище стало, так вообще. Хорошо. Так. Вот здесь сверху. Сверху здесь вытяжка тоже. Дай Боже. Вот эти всякие лампы. Вот тут вот. Но у меня для нержавейки есть отдельное средство. Наверное, оно когда-нибудь будут выключены. По нержавейке пройтись, потому что они нержавеечные. Ой, здесь что творится? Ой. Здесь с жиром справился вообще только сиф. Вот этот вот. А так он вообще, знаете ли, еле-еле. А так теперь вроде получше. Здесь же есть еще и подсветка. О, еще и подсветка. Так что здесь... И здесь можно везде еще с сифом пройтись. Он же тоже чистит хорошо сиф. И при свете видно особо все вот эти жировые пятна. Фу. Да, знаете ли, здесь усилий надо, да, побольше. Я прямо так вот пастой этой нанесла. На стенки здесь ведь и швы, вот и все. Сейчас еще сделаю плиту тоже так же. Плиту, по сути, я хочу менять. Вот, и вокруг ее здесь. Нее в ее. Вот тоже.
Мне совершенно не нравятся плиты, которые вот здесь с железной окантовкой. Или полностью в квадрате сидят, или по бокам. Потому что всегда забивается вот здесь грязь. Поэтому у меня она абсолютно без всего. И то умудряется грязь туда заползать. Я, кстати, не боюсь, что сиф это абразив. Ну, как-то, ну, не знаю, не царапает он особо. Так, сейчас мы с вами все здесь запеним и оставим. Пусть он еще здесь в этой пасте помокнет. А мы пока посмотрим, что здесь вышло. Ну, постояло минут 15, наверное, это. Волосатость пропала вся. Пушистость, видите, да, нету больше. Ну-ка. Да, можно было даже не кипятить эту самую воду. Соды или с чем-то там еще. О, только что прибежал от вас вопрос. Хорошо, успела прочитать, чтобы в этом же видео ответить. Ой, уже я на бабу Мору похож стал. Вы спрашивали, какого года у нас дом и из чего он, из кирпича, из панели или из блоков. Это панельные дома. Панельные дома и время рождения нашего дома 79-й год. О, отходит прямо на глазах. Смотрите, как здорово. Ну, ничего. Ничего, чистенько так вроде. Да, хорошо. Дело идет. Так, ну вот вроде отмыла. Хотя, по сути, может быть, ее можно было сунуть и в посудомоечную машину. Там тоже хорошо жирорастворяющее это все. Не знаю, как-то руками, знаете, когда натрешь, так и будет толк. Так, блестит. Здесь тоже теперь все чисто. Так, теперь надо ставить обратно. Сейчас еще домою смою всю пасту со стен. Из картин. Ну вот, теперь я вымыла, поставила вытяжку на место. Смотрите, как все сверкает. Как проверить ее действие, знаете, да? На самый-самый минимум надо поставить. Вот я сейчас включила на самый-самый минимум. После этого берете лист А4. Если А4 лист держится, значит, вытяжка работает нормально. Но это я прям про самый минимум. Вот так. Такой тест, лайфхак. Ну, а на сильном, на самом, я молчу, она, естественно, держит. То есть, и держит и на минимуме, и на максимуме. Вот так у нас с вами теперь все чисто, все красиво, все сверкает. Так, плафон я отмыла. Стал он прозрачный, как был жирный-жирный, слушайте. Ой-ой-ой. Вот теперь все и тоже будет ярче, наверное, светить. Раз пыль ушла. Вроде получше, но мне еще не нравятся стулья. Посмотрите, какие они заляпанные, отвратительные. Раньше у нас на кухне были кожаные стулья белые. Сейчас я, наверное, так немножечко сифом. Белые кожаные стулья. И что вы думаете? Наш маркиз, оказывается, терпеть не может вот эту кожу. Как он ее драл, вы бы видели, что с этими стульями было. Просто ошметки от этих стульев остались. Он их разодрал, и нам пришлось купить самые обычные стулья с деревянной спинкой, чтобы он их не кушал. А вот в большой комнате кожаный мебель он почему-то не трогает. А вот эти стулья ему надо было подавать, и все. Я скажу вам, что самое сложное оказалось и муторное мыть стулья. Сколько у них грязи. Вы когда-нибудь обращали внимание на ножки, например, на всякие вот эти перекладинки сзади? Сколько тут пятен, сколько тут грязи. А стульев-то не один. Ой. Вот всякие эти боковинки,
ножки. О, у нас еще есть стеклянный стол. Я тут пока возилась, смотрю, какие у него ножки грязные. У меня есть специальное средство для нержавейки. Сейчас мы с вами еще стеклянный намоем. Ну и грязище. И сиденье, кстати, я как провела. Что значит кот в доме? Два. Вы видите, что? Эта неделя не пропылесосена, меньше, наверное. Просто стулья. Видали, что творится? Мы на этом сидим. Маркиз, чувствуя, что тучи сгущаются у меня, куда-то убежал. Как чувствует? Потому что я видела вот здесь где-то погрызанные места на стульях. Пришел, да, опять обтираешься от стулья. Вот оттуда и шерсть берется. Не трогай тряпку. Моешь тут, не знаешь, так, кто грыз стул? М? Кто грыз стул, я спрашиваю? Следы вот от зубов чьи? А? То-то же. Губку после мытья, конечно, выкидываю. Да. Ставлю новенькую. Вы знаете, мне очень нравится вот эта штуковина. Приспособа такая. Там у меня фейри, это когда нужно что-то, ну, вручную помыть. А здесь подставка для губки, а вот эта штука для кольца. Если у вас кольцо, то раз сюда повесили. И все. Осталось пол помыть и ножки у стола стеклянного. Ты опять обтираешься от стулья. Да только вымыла. Я просто не знаю. Вот что мяу? Что мяу? Угу, мяу. Что ты мяукаешь вовсю? Где ты? Где? Маркиз, где ты? Маркиз? О! Привет! Ну это вообще как, а? И как ты теперь будешь спускаться? Ну у меня просто слов с тобой нет. Маркиз! Ну что, Гринпис вызывать? Папу? Ну как это так, а? Как ты теперь? Ой, Маркиз, чудо гороховое. Слезай давай. Давай, давай, спускайся. Спускайся. Прыгай на стульчик, стульчик стоит, давай. Если я сейчас начну тебя тягать, ты можешь упасть. Маркиз. О, Господи. Давай я тебя спасать буду. Иди сюда. Под потолком здесь где-то ошиваешься. Ой, боже мой. Господи ты, боже. Фух. Вот что за баловство такое, а? Вот, теперь надо ножки здесь вымыть. У меня есть такое средство для нержавейки. О. Сейчас попробуем. Ага, легко так отмывает. Хорошо. Стол намыла, я его тут в порыве страсти даже отодвинула от стены, думаю, может вообще его поперек поставить, попробовать. Но факт в том, что пол надо мыть, потому что здесь жуть, что творится. Ну, наверное, поперек так-то не надо, здесь будет негде ходить между плитой, да? А если вот туда поближе к окошку и так вот поперек? Не, наверное, неудобно. Но факт в том, что пол мыть все равно надо. Ну а что, последние штрихи, так сказать. И наша с вами кухня. Можно будет поставить точку. Так, пол намыт. Что? Ты первый по чистому полу? Ну, нормально. Так, сейчас стульчики занесем. И, в общем-то, все. Маркиз, ты мне стул-то дашь отнести? Боже мой, ты что, да? Ты даже не шевельнулся. Стул-то хоть поставить-то мне можно? Вы представляете, с коридора этого товарища тащу.
Он даже не соизволил спрыгнуть. Так, Пушок вышел играть. Чего-то там жует, игрушку какую-то, тесемку. Но без этого-то никуда, без маркиза, конечно. Востой, играйся. Ой, умор. Ой, умор. Ну и последнее, что осталось, это помыть дверь. И вот она у меня очень скрипит. Сейчас я еще ее сбрызну, чтобы она не скрипела. Сейчас покажу вам, чем я делаю. Чем убираю скрип. Скрип дверной. Ну вот, теперь точно все. Все отмыла. Ну, насколько это было возможно. А дверь я сбрызгиваю вот таким средством. Все вы прекрасно знаете. ВД-40. Два пшика. Один-два пшика в петлю. И она сразу идет как по маслу. Незаменимая вещь. В общем, вот так. Ну вот, теперь вроде все. И дня нет. Представляете, вроде туда-сюда, что там, а нету дня. Раз и все. В общем, если вам нечем себя занять, ну или если вам очень скучно, одиноко, или вы хандрите, у вас депрессия, идите посмотрите, какие у вас ножки стула или стола на кухне, или дверь. Вокруг ручки, знаете, такое место. Ужасно устала. Хотела еще с вами сделать сегодня какую-то вот эту композицию. Но давайте завтра. Что-то сегодня вообще просто больше сил. А зато на кухне заходить приятно и хочется. Все время туда так заходишь, что-то так оглядишь, живенько уходит. Правда, светит, очень слепит лампа теперь наверху. Она, оказывается, очень яркая. Она просто была страшно мутная и жирная. Теперь там очень все хорошо видно. В общем, я очень довольна. Очень довольна, устала, но день был плодотворный. Спасибо, друзья, что были со мной. Подписывайтесь на канал, пожалуйста. Ставьте лайки за видео. Делайте, пожалуйста, репосты, чтобы было побольше подписчиков на канале. Всего вам самого светлого, самого доброго, уюта, чистоты и теплоты дома и в душе. Всего хорошего.